Все эти работы выполнены детьми с ограниченными возможностями, но увидев их, можно с уверенностью сказать, что как раз-таки у этих детей возможности не ограничены. К примеру, вот эти вот подделки требуют многодневного кропотливого труда. Здесь и творчество, фантазия, и задумка. А эта вот корзина выполнена из газетных полос и окрашена. Планируется, что в скором времени будет организована выставка продаж таких вот уникальных работ. К тому же опыт проведения таких выставок есть. Этой весной была организована одна из первых. Как рассказала координатор проекта Гульмирам Сражева, дети были очень рады тому, что их подделки и рисунки нравятся не только им, но и другим людям. При этом многие заработали свои первые, пусть и небольшие деньги. В целом проект «Социальный туризм» не только раскрыл таланты ребят к творчеству, но и дал им шанс получить нужное лечение, дал возможность общения друг с другом и сделал их жизнь насыщеннее. К примеру, на днях с отдыха в санатории Саки вернулась группа актюбинцев, в их числе Ян Сова со своей мамой. Конечно, у нас там была возможность получить хорошее лечение, это грязи, значит, ванны, ну, там кому что было прописано. Но у нас оставалось еще свободное время. И вот тут, конечно, мы уже сами, естественно, ездили на экскурсии, вот по Крыму брали. Это тоже Крым, ну, такое место, где есть что посмотреть, вот, и причем там тоже были условия, чтобы инвалид-колясочник мог посмотреть, мог съездить на экскурсию. Организаторы проекта отметили, что многие культурно-развлекательные центры, базы отдыха, а также сотрудники дорожной полиции и областное управление туризма оказали им поддержку и понимание в их начинании. При этом свою лепту внес общественный фонд «Бота». С его помощью в жизнь была воплощена идея проведения проекта соцтуризма. Наши дети нуждаются в общении, в познании мира. Они хотят увидеть мир во всех красках. И проект «Социальный туризм» дал такую возможность. И, например, уже более 40 детей принимали участие в 9 крупных экскурсиях по городу. Также по городу были маленькие экскурсии, например, по 5 человек и 5 волонтеров и сопровождающих лиц. Мы посещали музеи, планетарий, обзорные экскурсии по городу, выезжали в туристические базы и зимой, и летом. По итогам встречи участникам были вручены благодарственные письма и подарки. Также каждому был подарен путеводитель, в который вошли те места, где побывали юные туристы. Эльмира Яжанова, Александр Людиновсков, программа «Факт».